главы внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, стран-основательниц Евросоюза, провели в Риме встречу, на которой обсудили проблемы, с которыми сталкивается сегодня Европа. Выступая на заключительной пресс-конференции, министр иностранных дел Италии Паоло Джентильони заявил: «Несомненно, Евросоюз переживает один из самых сложных периодов с момента своего создания почти 60 лет тому назад. Это связано с сочетанием миграционных потоков, террористической угрозы, проблемы референдума в Великобритании и затяжных последствий финансового и экономического кризисов». Встреча глав МИД стран-основательниц Евросоюза прошла в преддверии 60-летней годовщины с момента заключения Римского договора, заложившего основу Европейского экономического сообщества, которое будет отмечаться в марте 2017 года.